Так, девчонки, хочу немножко еще показать одну интересную особенность на сайте Мира. То есть, когда вы активируетесь, у вас появляется куча возможностей работать именно с личного кабинета Мира. Заходим в мой бизнес. И здесь вот всякие отчеты, все, вот, кстати, перенос о том, что я выше говорила. Так, вот смотрите, нам нужно подписание новичков. Здесь вы можете отправить какому-то человеку приглашение. Вот отправить приглашение в бизнес. Вам необходимо знать, как его зовут, телефон и e-mail. Отправляется вот такой вот текст. Добрый день, приглашаю вас зарегистрироваться в компании Мира. Приходит и на электронку, и приходит смс в телефон. И отправляется ваша реферальная ссылочка. То есть, когда человек пройдет по этой ссылке, откроется анкета, она будет написан ваш консультант, фамилия, имя. И вот такое вот приглашение. Давайте посмотрим на примере меня. Татьяна, телефон, так, +7, так, вот этот вот телефон, и e-mail поставим, вот этот, добрый день, отправить приглашение новичку, так, все, отправилось, заходим в mail, посмотрим, придет ли письмо сейчас или нет. Ссылка. Вот, Мира, приглашение зарегистрироваться. Добрый день, приглашаю вас зарегистрироваться в компании Мира. Для продолжения регистрации пройдите по ссылочке. Давайте посмотрим ссылочку. Что она нам даст, что откроет. Вот, заявка на регистрацию компании, вас приглашает консультант Татьяна Беевич. Вы зарегистрированы. Ну, тут я уже зарегистрирована. Так, если мы сделаем выход. И опять зайдем по ссылочке. Нет, где у нас email, вот. Вот так вот, например, еще раз, да, пройдем по этой же ссылочке. Вот откроется заявка для регистрации. Здорово. На телефон пока смс-ка не пришла, но надеюсь, что скоро придет. Вот таким вот образом тоже можно работать. Но я так думаю, что вы сильно не переусердствуйте, не активничайте, ну, хотя бы в день, например, 10-15 сообщений можно отправить. Достаточно знать телефон и e-mail.